Йоу, всем привет, с вами Максим Мадзе, и сегодня мы продолжаем проходить игру New Super Mario Bros. Wii. Итак, у нас осталось уже совсем немного, всего два мира нам осталось пройти до окончания игры, собственно говоря. Так, мир седьмой у нас уже, уровень... Этот мир в облаках у нас находится. Стой. Как я сейчас, а? Аккуратненько. Игрушка, к сожалению, очень мало просматриваемая. Самая... Больше всего мне набирают просмотры GTA-шки и «Как достать соседа». Вот у меня набирал хорошо, очень хорошо просмотры. Первая серия по «Как достать соседа» у меня на GameCube. Консольная версия у меня набрала. И она, короче говоря, является вторым по популярности видео на моем канале. Она набрала более 3000 просмотров и 35 лайков, по-моему. Если я не ошибаюсь. Так, идите. Там, конечно, микрофон говно тогда был и все такое. Вебки нормальной не было. Поэтому я, наверное, эту игру буду заново проходить. Некоторые игры я заново, походу, проходить буду, потому что там некоторые из них, когда я проходил, там говно вообще, динамика и были, и все такое. Так, осторожней. О, как повезло-то сейчас, а. Так, у нас тут туман. Его мы можем убирать. Вот этим вертением. Собственно говоря. Марио сейчас, к сожалению, не так популярен, как был раньше. Но некоторым до сих пор он нравится, как и мне. Сади. Знаете что? Говорю, что Марио нравится не всем, но некоторым он нравится. Есть один такой ютубер, который реально любит Марио. Хороший ютубер. Давайте я вам расскажу про него. Переключаемся на рекламу. Пауза. Уважаемые зрители, я хотел бы обратить ваше внимание на канал Денис Мейджор. Автор канала Денис Русаков выпускает видео обзоры по разным играм. Также, кроме того, об игровых консолях. А также снимает Super Mario Maker 2 на своем втором канале Денис Мейджор Стрим. И также регулярно проводит стримы по играм. Так что советую вам заглянуть и подписаться, как я. Ссылка будет в описании. Продолжаем. Я знаю, вы не любите рекламу, но этому блогеру просто, я думаю, что поддержка очень нужна. Давай, 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 давай. По этим пузырям, короче говоря, надо плавать, и это нелегко вообще-то. Держись, 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 еще. Вот так, давай, 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 о, красава. Вот
Ненавижу этих собак. Или как их там можно правильно назвать-то? Оу, нет, только не это. Ну ладно, не будем рисковать. Можно, короче, сцепить вот этих вот лающих фигней, сорвать, и будет тогда... Прошибет те кирпичи, и мы звезду могли бы достать, но я решил не рисковать. Нам звезды не обязательны, нам главное пройти игру. Так, в эту трубу нельзя зайти? Нет, нельзя. Ну и ладно. Давай, 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 еще, еще, еще. Есть. Попробовал тут несколько минут назад лимонад. Привезли мне. Во-первых, у него бутылка какая-то похожа то ли на, на какой-то вискарь, алкоголь, или на какой-нибудь уксус вообще, или на масло какое-то, на уксус. Бутылка, блин, выглядит как уксус, хотя это лимонад. Попробовал, бутылка, вкус сама за себя говорит. Вкус просто отвратительный, до сих пор пить хочется после такой хрени. Опять эти непонятные колючки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, осторожней. Так. Ну уже нет, давай. О! Отлично. Хорошенько мы ее поймали. Йоу, полетели. Йоу, мы допрыгнули. Обожаю платформеры. Ой, жалко, потеряли. Ой-ой-ой, ох, как получилось-то, а? Эта фигня нас догоняла. Стой, о, нет. Сейчас они сюда, блин. Он же сейчас нас догонит. Нет! Я, по-моему, даже до чекпоинта не дошел. Блин. Нет, дошел, дошел, дошел. Все-таки дошел. Семь минут уже прошло, офигеть. Ой, давай, 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 взлети. Ох, нифига себе. Ну-ка, полезли. Я случайно совершенно. Так, лестница. Собственно, у нас такая вот тут. Нелегкий уровень. Кстати говоря, недавно я услышал, что есть Марио такой на мобильнике, на старые Ява телефоны. Поиграл уже, кстати говоря, на своем Sony Ericsson W800i. Точнее, на W700i поиграл. Я уже его установил на K750i, на... Еще на этот... На W800i тоже установил.
Такой выглядит как Марио 1985 года. Но там не до флага вот добраться, так пропрыгать, а там ключи все собрать и вот в такой вот маленький замок войти. Там графика немного улучшена, кстати говоря. Я думаю, я вам покажу такую игрушку обязательно. Прикольная игра, ее сделал какой-то человек в 2005 году один. Он стрим проводил по этой игре. Я не так давно посмотрел запись стрима. Так, как-то будет управлять-то, я забыл. Так. Да не так. Господи, как сложно управлять, а. Господи, вот из-за этого управления у меня... Управление я плоховато настроил, конечно. Нет, слишком много этих биопуль. Ой, не на ту кнопку жму, блин. Сложно вот этой штукой управлять, я плохо настроил управление. О, сейчас пипец. Давай. Отлично. Поднимайся быстрее уже. Отлично. Так, по-моему, там чекпоинт. Где-то. Да, вот он. Есть. Так, бомбы. Только не бомбы. Ну ёшки. Пошли в попу, блин. Есть. Грипп это хорошо. Бомбы, пожалуйста, побывайте в Кабидал Шоу Поле Чудес. Пусть вам выпадет там сектор. Пошел в жопу. Всем вам. Господи, что я сказал только что? Ладно, не будем туда идти. То это слишком долго затянется. Так, здесь где-то, по-моему, невидимый блок должен быть. Но не здесь. А вот здесь. Хорошо. Так, вот этот тут мини-босс довольно сложный, потому что он умеет летать. Непонятно, каким образом вообще. Ну, с огненными шарами его будет не так уж и легко загасить. Во-первых, во-вторых, у него сама наводящаяся вот эта вот синяя. Получи. Нафиг. Ай. На, еще раз тебе. Я умею рассчитывать, когда они умеют. И на, еще раз тебе, понял? Людвиг, это у нас. Зовут этого чудика, блин. Так вот. Блин, я забыл, что говорил уже. Да ну, опять дом с призраком. Так, обязательно сохраниться надо. А, вот эти вот, я помню этих.
идите сюда. Тут секретный выход где-то, по-моему, должен быть. Насколько я помню. Но не здесь. Он где-то должен быть. Пошли в жопу. Вы, пожалуйста. Нет. Нельзя нам сюда. Мы тоже умеем бочки бросать. Вот, я знаю, тут, вот тут секрет должен быть. Иди сюда. Вот он, секрет. Секрет у нас тут есть. Его довольно сложно было бы найти, если бы мы бы не знали, что он тут есть. Ну, я помню, что тут секретик есть. Да. Давай, 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 давай. Отлично. Гриб, который улетел. Стой, 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 гриб очень нужен нам. Да что такое? Да ё-моё, ну что ты падаешь-то, а? Так, ну и куда дальше? А. Господи, я забыл уже, что тут еще один секрет есть. Так, мы не ту угадали, но тем не менее, ай, все-таки не вышло. Ну ё-моё, ну что ты падаешь-то, а? Капец какой-то, блин, творится здесь. Что-то нужно упасть легко. Нет, нет, блин. Да что ты выезжаешь-то, а? Большой призрак. Такой вот секрет у нас тут есть. Секретный выход, собственно, у нас тут. Куда он нас приведет, я что-то не помню уже. Он приведет нас вот сюда. Мы, то есть, мы один уровень пропускаем. Это очень хорошо. Темнеет уже на улице, блин. Так, вот этих надо гасить сразу же, потому что они туман создают. А в тумане ничего, блин, не видно. Совсем. А, пошли в жопу. Хорошо, хоть этот туман нам не вредит. Хотя вообще-то тут есть ядовитый туман.
восьмом мире есть туман, который... Красный такой туман, который смерть нам дает. Йоу, отлично. И у нас остался уровень с замком. Не очень длинный выпуск у нас получится, я думаю. Но если... Ну, замок, хотя, конечно, тут не очень-то легкий. Ладно. Короче говоря, идем. Я забыл про них. Ай, блин. Что тут будет? Я угадал. Я забыл, что вот эти штуки есть. Ай-яй-яй-яй! Давай, 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 давай. Есть. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот эти вот меня очень бесят, потому что они, во-первых, кидаются молотками, во-вторых, когда они падают, то Марио оглушают нашего. Мы некоторое время двигаться из-за этого не можем. Давай, быстрее уже, поднимайся. Быстрее, 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 вот сюда. Так, сюда, 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 сюда. Есть! Да, вообще вот этот мини-босс реально сложный. Во-первых, он летает, во-вторых, самонаводящийся, у него колдовство, блин. Так, мы, короче говоря, лететь будем. А ну стой! Нет! Ладно, паузу. Продолжаем. Надо этого психа победить. И ни в коем случае не упасть. Стой, получи, получи. А. Есть. Есть, получилось. Йоу. Мы... Победили! Есть, 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 есть. После 5 попыток, блин. Я наконец-то прошел его. Так, ну мы опять, короче говоря, опоздали на корабль, бля. И у нас остался последний мир, который мы пройдем с вами в следующей серии. А духа какая-то, блин. Сохраняемся обязательно. Куда же без этого?
Да, это царство Боузера уже. Ну, будем мы его проходить с вами в следующей серии. А пока что всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Подписывайтесь также на запасной канал Блумадзе. И вступайте в нашу группу ВКонтакте. Я, конечно, не настаиваю. Всем пока. С вами был Максим Мадзе.